Всем привет! Хочу показать, как ржавеет муро-компаньон. Не самый замученный клинок. Ездит с инструментом в машине. Подолгу не участвует в каких-то работах. И, скорее всего, нет хорошей герметизации у самого пластика в рукоятке. И вылазит наружу вот такая вот коррозия. Да, любая железка может проржаветь, я знаю. Однако, это видео снимаю для тех, у кого такой нож лежит на подстраховке. Считаю, что тонкий слой смазки, любой практически, для такого ножа лишним не будет. Чтобы продлить его срок службы, внешний вид, без ржавчины. Надеюсь, что это видео кому-то будет полезно. Комментируйте, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за внимание, всем пока!